В Уфе 11-классница Аделия держит дома террариум с 500 животными. Среди них насекомые, рептилии и грызуны. Необычное увлечение появилось у школьницы 5-6 лет назад, когда она купила большую улитку. Через несколько лет в комнате поселилась первая змея. Потом девушка завела пауков, скорпионов, тараканов и ящериц. Аделия превратила свое хобби в бизнес. Некоторые виды она разводит на продажу. Девушка знает о своих питомцах все. Я ее кормлю раз-два в месяц. Больше она просто не берет. Ну, у региусов, то есть королевских питонов, такой сам себе характер. Поэтому надо понимать и не беспокоиться. Школьница не сразу рассказала родителям о своем занятии. Папа обнаружил змею случайно, когда заглянул в один из контейнеров. Сначала он очень удивился, но потом привык. Сейчас вся семья поддерживает Аделию. После окончания школы она не планирует оставлять любимое дело. Девушка мечтает стать ветеринаром.